Сонь, ты что? Что с ним? Что-что? Полсуток от стола не отходили, а больной возьми и помри. Закурить есть? Трушина, прекрати тут это кино. Компенсаторная эйфория. Истерика вульгарная. Иди домой. Тоня, слышишь? Все, что надо, сделали. Мы не можем умирать с каждым больным, рожать с каждой бабой. Оперировать сегодня не будем. Жалко как. Ее знакомый? Не знаю. Абсолютно никакой. Шофер старый, 40 лет, с пьяну в аварию угодил. Дом ли спасен уже, а у него... Мучаемся тут из-за всяких! Интересно, кто будет оппонентом на моей защите? Полезно бы Гуревича уломать. О, надоело. Что тебе надоело? Все. Разговоры эти, трезвость, Гуревич. Не надо нам было спешить с тобой, Юрочка. Не надо. Замуж тебе не надо было. Ну, тебе-то ой как надо было. Полезно. Ты же больше перед папой хвост распускал, чем передо мной. Знаешь, Нелечка, если люди даже сочертили друг другу, совершенно не обязательно оскорблять друг друга. Друг другу, друг и подруга. Любишь то, чтобы все было чистенько, гладенько, шито-крыто. Скучно. Совестно только перед другими, и все. Мы не будем мириться с отдельными фактами злоупотреблений. С этим дружком, понимаешь? Ты зачем влился к нам? Трудиться или комбинации устраивать? Обогащаться за счет народа? Я тебе прямо скажу. Каленой метлой гнать будем, чтоб земля горела. До свидания, Яков Григорьевич. Ты на машине? Подвез. Слушай, а что у тебя с фонарем? Вот так-то, брат. Разогнуться с вами некогда. Эдгар, в рейс? В рейс. Привези мне нейлоновые чехольчики на туфли 3/4 размер. А мне что за это? Ну, привези, а. Они там ничего не стоят. Ладно, привезу, если попадутся. Да, забыла я совсем. Отец звонил. Тебе повестка из прокуратуры. Какие у меня могут быть дела с прокуратурой? Вытрезвитель. Бред. ГАИ, может быть. В общем, я не знаю, старики волнуются. Избавь их, пожалуйста, от своих темных дел. Да ты что, спятила? Видно, действительно вопрос назрел. Ну что ж, современно. Пока. Ленечка, едете? Сейчас. А когда вернетесь из рейса? Хорошо. Тогда я жду вас в среду в 4 часа. Удобно вам? Нет, нет, по телефону ничего не могу. Ну, прилетите, поговорим. Все-таки странно, повестка из прокуратуры. У меня как будто никаких ЧП. В Заречье? Да, в Заречье жил.
Хорошо. Между прочим, Лёлечка в понедельник начальство вызывает. Опять ворчать будет. Ну, что ж делать, у меня вон строители на шее. Эксперты, экспертизы, повторные ревизии, в тюрьму выбраться времени нет. И мне ж почему-то вечно просроченные материальчики суют. Вы это видели? Вот, полюбуйтесь. Убийство? Это серьезно. Да ерунда дремучая. Вы полагаете, сам на себя человек напрасно возводит? Зачем ему? Ну, не знаю. С 15 лет этот Макарцев ВП в тюрьме. Вырос там. Да нет, самоговор типичный. Где это вы, Лёлечка, такие роскошные яблоки достаёте? А на актив надо являться, когда приглашают. А порт, вы посмотрите, какая прелесть. Свидетелей вызываете? Да, материальчик нуждается в оформлении. Я в этом Макарцева всё-таки посмотрел бы. Пожалуйста, берите его себе. О, а? Я ведь давно таких крючков не глотаю. Нет, я вот вам совет даю. Эти бумажки у вас давно валяются. Вот. Во избежание неприятности допируйте этого бандита, а сами тем временем занимайтесь себя строителями. Вот. Тонь. Чего тебе? Вот. Когда у тебя обвинительные выйдут, Александр Александрович? Машинистки задерживают. Поторопи, подиктуй. Как хочешь, но чтобы этим месяцем прошло в отсчете. Дежурство то ли как? Нормально, Василий Андреевич. Одно самоубийство, аварии, газ сорвануло, двое раненых. Утопленник неопознанный всплыл. Чудо, прекрасно, значит, все спокойно. Ольга Федоровна, деточка, так и будешь в должниках у меня сидеть? Пришлось мне, Василий Андреевич, этапировать Макарцева. Какого Макарцева? А, да-да. Тогда хорошо. А ты все-таки не волынь. В милицию звонила? Дело нашли? Никаких следов. Ни приостановленного, ни прекращенного, ни трупа. Ни трупа. Ни труни, ну, ни бум-бум. Заявитель, помнится, там свидетелей называет. Значит, вспомнить ничего не можете, Коротков? При всем желании. 10 лет прошло. Да, почти. С Макарцевым дружили? Ну, дружбы это не назовешь. Болтались по улицам, в подворотнях, билетами в кино промышляли. По карманам? Лично я нет, трусоват был. А Макарцев? Боржа, шкелет, нос, хруля? Да, порочное детство. Но все же отсидели положенные, насколько известно. А где сейчас Макарцев? Так что же за происшествие с боржой? У него фамилия была? Не знаю, честное слово. Боржа и боржа. Простите, ваше имя, отчество? Ольга Федоровна. Так что ж там было? Я же с тех пор никого не вижу, Ольга Федоровна.
С каких пор? С 1959 года. Получили мы квартиру, переехали, и с уличной моей компанией все было кончено. Даже курить тогда бросил. Ну, хорошо. Ну, а если Макарцев называет вас в числе свидетелей убийства? Не знаю. Помнится, он и тогда приврать был здоров. А говорите, ничего не помните? Уж такое я бы как-нибудь запомнил, Ольга Федоровна. Если на моих глазах убийство... Сейчас, минуточку, закончу. Пожалуйста, пожалуйста. Вы из управления? Из отдела снабжения. А где же ревизор? Я ревизора вызывала. Не в курсе, меня не поставили в известность. Кто вас не поставил? Как фамилия? Фомич Яков Григорьевич. Дайте-ка мне повесточку. Пожалуйста. Ах, да. Уж совсем по другому делу. Слушаю вас. Вы в Заречье жили? Да, жил когда-то. В доме, где булочная? Совершенно верно. А что вам известно о подростке по кличке Боржа? Так, слушаю вас. Это я вас слушаю. Пожалуйста. Все, что от меня зависит. Так что вам известно о нем? О Борже? Да. А что он? Его убили в 59-м году. Так. И сейчас он... что же? Вот сейчас нам нужно это выяснить. Про 59-й год? Да. И все? Ну, а что вы мне еще предложили? Боржа. Ведь действительно был такой. Точно, карманник, аморальный тип. Вполне мог и убить, и что хотите. А кого вы еще знали тогда? Из их компании. Сейчас постараюсь вам. Значит, девчонка была такая, бандитка. Тоже плохо кончила, Труля. Затем... Хруля. Верно, Хруля. Затем, значит, нос, потом, значит, Боржа тут же, шкелет, галах. В общем, подростки, шпана. Но знаете, я за ними, товарищ Сухарев, поискал бы более взрослого рецидивиста. Понимаете? Они-то мне не очень доверяли, но чувствовалось, понимаете? Понимаю, понимаю. О Борже и убийстве, что вам известно? Было? Было? Сейчас постараюсь вам осветить. Райончик этот был, я вам скажу. Пьянство, поножовщина. Это ведь... Но вот кого он убил и как? Кто? Боржа. Или я опять не то? Его убили, товарищ Сухарев, вот память. Значит, убили. Убили, убили его же товарищи. Такие же бандиты в клубе, в уборной повесили. Или опять не то. А может, подскажете, товарищ Сухарев? Набережная там поминалась, нож. Да-да-да-да-да. Точно. Зарезали на набережной. Вы присутствовали при этом? К сожалению, нет. Рассказывали. Об убийстве же конкретно мне ничего не известно, по слухам непроверенным, нес собачью галиматью, и вот итог. Ну, зачем я вас послушала, можете ответить. И катит этот заключенный Макарцев, бог знает откуда, за наш счет, а трупа нет, и дела нет. Ой, по всему свету раззвонит, как он меня купил. Мерси. Болен? Да ничего, с детства это. Каустика выпил. Размотала весь. По этапам. В больничке я сейчас. Так, может, отложим? Нет, нет, ничего. Вы не обращайте внимания, мне сидя лучше. Шапку что ж не снял? Судился в 59-м в Котовске за карманку. Дали 5. Потом за побег еще 4. Потом в лагере с охраной недоразумение. Нападение на охрану? Можно и так сказать. Еще добавили. Освобождаться через 2 года. Вся автобиография. Роскошно. Пошли дальше. Давай про убийство. Я же все написал. Сам. Признание свое сам писал. Осознав свою вину, чистосердечно признаю искупить перед Родиною. Слова-то все какие, Макарцев. Крупные. Ах, это... Ну, так ведь вы напишите, опять все тоже получится. Слова для ясности. Полагается так. Ну, хорошо, давай обыкновенными говорить. За что ж ты убил Боржу? Да не, все равно, факты все. Ну, может, случайно, в пьяной драке. Пишите так, хотя не случайно, и не пил никогда. Кроме каустика.
Ну, а что с ним дальше было? С Боржой? Да. Похоронили, надо полагать, что бывает? Где? Не знаю, не присутствовал. В тюрьму попал, я же говорил. Ну, а почему в Макарцев никто не подтверждает твоих слов? Не знаю. Это уж их дело. Ну, хорошо. Ну, может, ты мне объяснишь, как же так получилось? Столько лет молчал и вдруг признался. Почему? Почему? Пацан был. Потом забыл. Колебания, конечно. Ну, а почему решился? Интересные люди, не пойму я вас. Вот если бы я отрицал, тогда мой долг показать, как не виноват и т.п. А я ж признал. Чего вам еще-то? Получается, я еще и доказывать должен? На кой вам детали-то эти разные, не пойму. Ну да, да. Ты-то думал, явлюсь вот таким подарочком. Мокрый преподнес. Чествуйте меня чистосердечного. Носитесь со мной, как списанный торб. А нет, не будете. Не будем. Ну а почему? Какой смысл не верить? Так мне же никто не поверит, Макарцев. Ну, напишу вот такое маловразумительное, обвинительное. Так меня же насмех поднимут. Зачем жилы тянете? Сейчас убедите меня, что я печальный демон, дух изгнания, а завтра на 180 градусов предъявите обвинение. Так? Ты думаешь? Откровенно ж не скажете. Откровенно. Ну, что скажу. Выдумал ты, Макарцев Валентин, всю эту легенду. Вопрос, зачем? Ну, не знаю. Может, прокатиться захотел. Надоел тебе на одном месте сидеть. Ну, а может, надеешься условия улучшить? Как-то там у тебя обстановка напряженная. Характеристику тебе вон какую дали, сильную. Ну, а может, от товарища бежишь? Ты знаешь, что меня удивляет, Макарцев? Вот ты опытный человек, а понадеялся, что следователь тебе попадется, лопух этакий, доверчивый. Будем искать то, чего нет. Могу вопрос? Вот заявление мое. Протокол лагерный, что опер писал. Ваш. Это все ведь останется где-нибудь? Эдгар, час до вылета. Радист Кличко. Не сплю.
Радист самолета 2024, Кличко, немедленно явитесь к самолету, вылет. Радист Кличко, Эдгар Кличко, к машине, вылет. Эдгар, вылет. Эдгар, где ты? Что стряслось, Эдгар? Постой, посмотри сюда. Нет, нет, сейчас не могу. Эксперты у меня по строительному. Фантастика, честное слово. Вы шутите, обсчитать такой. До собственной панихиды не успеешь. Успеете, успеете. Пока экспертизу не закончите, все панихиды отменяются. А на очереди еще две. Это непременно нужно сделать. Занята, подождите там. Ольга Федоровна, принесем все на завтра. До завтра не могу, дежурю по городу. Подождите, могла бы быть экономия по другим вещам. Техника, скажем. Канализация. Пока я вижу, у вас одни дома. Он же не мальчик, это проходил. Поймите, он Постой, прикинем-ка еще раз. Приглашу-ка сюда насос. Под станцию. Уверяй. И дорогу, и бетон, и все будет в ажуре. И все будет в ажуре. Дежурная Сухарева. Товарищ следователь, на выезд. А что там? Убийство на 18-м километре. А, девушка. Ладно, еду. Ой, черт, только заснул. Доктор! Поехали!
Левая рука вытянута вдоль туловища. Правая отброшена вверх и в сторону. Зрачки расширены, не реагируют на свет. В левом подреберье, по средней ключичной линии, по краю дуги имеется колото-резанная рана размерами 3 на 0,5 сантиметров. Нож... Ольга Федоровна. Ниже еще одна. Хорошо взяла, но довела только до воды. Никаких следов лодки. Плавь ушел. Неплохо. Обследуйте оба берега, вверх и вниз. Слушаюсь. Ольга Федоровна, время не теряем? Да. Значит, местных оперативников обследовать ближайшее жилье. Срочно установить личность. Здесь ни документов, ничего. Но ваши пусть берегами займутся. Где-то он вылез ведь. Доктор, сколько времени прошло? 2-2,5 часа. Неплохо бы установить, не появлялся ли кто-нибудь здесь дома недавно. После купания. Эксперт где? Девчонка, лет 16. Дактилоскопируйте труп. Берите соскобы крови, образцы почвы, в общем, сами знаете. Да, доктор, не забудьте мазки взять. Да, да. Транспортников предупредили? Шоссе здесь глухое. Прошло не больше десятка машин за 2 часа. Похоже на то, Ольга Федоровна. Помните прошлой весной? Лихо вы тогда размотали. Возьмите дело себе, а? Ах, не дадут. Строители у меня. Люблю с вами работать, живое дело. Так, поближе прижмитесь. Локти вперед. Дышите. Не курите? Mm-mm. Умница. Тут у вас все в порядке. И тут в порядке. Одевайтесь. А где у вас тут 7-й корпус? 7-й? В марте Сухареву явитесь еще раз. И думаю, больше вы нам не нужны будете. 7-й. По тропинке в глубину и направо. И направо. Спасибо. Следующий. Кто меня звал? Вы Трушина? Я. А что? Ну, что ж вы не являетесь, когда вас вызывают? А, так это ваши повестки? Мне некогда. У нас знаете, что творится? Ну, если вы такой занятой товарищ. Так я же на работе нахожусь. Я тоже. А, понимаю. Чего вам надо? Хочу вас проспросить, Труша, на некоторых друзьях вашего детства. Вас тогда Хрулей звали? Ну-ну. Носа такого знали вы? Да. Макарцева. Валю, что ли? Боржу. Это которого убили? Подождите. Как убили? Вы не путаете? Вы соображаете, что говорите? Когда это было? Вот и я удивляюсь. Спохватились, слава тебе, Господи. Это было летом в 57-м году. Нет, вру. В 59-м на набережной. И вы это видели? Ну, а как же, конечно. А кто там еще присутствует? А там еще был Алька Макарцев. Потом мужичок такой маленький. Ну, вы, наверное, всех пересажали? Нет, да? Потом Галах был, Нос был. Ну, я не помню, там много. Когда вы, Трушина, кончаете работу? А это когда как? Смотря какая операция. То до часу, то до ночи, то до утра. У вас повестки сохранились? Но. Завтра в 4 явитесь в прокуратуру, понятно? Не милицию же за вами посылать.
вильну, вильну. Нет, Лёлечка, ты не следователь. Тебе попроще бы что-нибудь поискать. Гражданочка, для мужа ищите свитерок. Вот в таком виде устроит вас. Взгляните. Пожалуйста, вы ж передо мной. И вы, стало быть, балуетесь или гости? Будьте добры, мне товарищи, мы же договорились. На хозяйку никакого внимания. Я тебя уговорил. Ты хорошо. Да. Ну, надо, как ты говоришь, от пчелки. Скажи про эту комнату, которая... Я умоляю, друг мой, экономь время. Здрасте. Семен Иванович, я тебя поздравляю. Дорошу твоей дружбы. Ну, машина-то вчерашний день, а? Так, вчерашний. А, блуждающий кот. Блуждающий профиль. Короче говоря, это человек, кому угодно. Почему кому? Все-таки академик. Я не знаю, но он, например, это будет человек. Да, Семен Иванович, а что чувствует гений, когда его отмечают? Я сразу поняла, что это Что случилось? Ничего. Ну, а все-таки? Ничего, ничего. А запирание контура, помнишь, как с запиранием контура мучились? Ну, устранили же. Ну, мучились. Мучились, конечно. Ножки у Тамары. Хочешь шоколадок? Даня, Дань, а как у тебя волновод? Ой, рано еще слежали. Управление это само по себе не проблема. Проблема возникает, когда человек имеет неясное представление о своей задаче. Лёля, как это место? Ну-ка, покажи. Вы меня... Погоди, еще. Вы меня пленили. Вы меня сгубили, вы мне жизнь разбили, вас я не забуду, вспоминать вас буду. В жизни одинокой шла своей дорогой, с
встретила с тобою, отдохнуть душою, отдохнуть душою. Вас другими вижу без... Бай, старый мотор. Алло, пойдем к нам в лабораторию. Плачем лаборантом. Оклад положим 70 труб. И самое главное, может, твой романс расшевелит этих бездельников. Ладно. Спасибо. Но придется вам запастись терпением, дорогие мои. Мне сейчас не до вас. Да. Да, разумеется, сама позвоню. Я должен подписать? Да. Подпишу и все. Пока все. А что, что-нибудь не так записал? Да нет, все правильно. Тогда я сунулся было к вам. Вы меня прогнали. Старики тут какие-то шумели. Я уж подумал, может, судьба, может, и не позовете больше. И здесь, 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 под каждой страницей внизу. Никогда раньше не приходилось. Теперь могу идти? Да, конечно. Может, еще что-нибудь хотите сказать, Кличко? Куда уж больше и так наговорил. Чуть не сваляла я с тобой дурака, Макарцев. Опять вы тонкости свои. Что еще хотите установить? В общем, так, если не считаете важным, извините, так сказать, за глупость. Отправляйте обратно. Да нет, это уж ты меня извини за глупость. Я ведь уверена была, что ты все врешь. А сейчас? Убедились? Трушин и Кличко подтвердили все. Шкелет. Закурить у вас не найдется, к сожалению. К сожалению, найдется. Не наши. Болгарские, возьми их себе. Так что ж тебя толкнуло, Макарцев, на это самое неожиданное признание? А вы как думаете? Да я уж не знаю, что и думать. Выгода тебе от всей этой комбинации никакая. Понимаю, все непросто. Вырос в тюрьме, еще срок получишь. Отчаяние. Пропадай, моя головушка. Да нет, вроде на тебя не похоже, хоть и болен ты. И не знаю, кто позавидует твоему положению. Совесть. Больно долго она у тебя спала. Ольга Федоровна, я стишок скажу, можно? Собственный. На оригинальность спрос. И большой, к тому же. Люди ходят через мост. Я пойду по луже. Ну, допустим. Так как же все это случилось, Валя? С боржой. Взяли мы как-то у военного в трамвае порядочную такую сумму. Сам-то боржа не карманил, на прополе был.
Ну вот, я ему передал, он рванул на остановке. Военный спохватился, кричит. 1500 у него было. Тогдашними, конечно. Ну вот, а боржа нам отдает всего 300 с чем-то. Еще такой же за ним заметили. Сам-то боржа, он судился уже, он постарше нас был. Ну и своих же пацанов. Ну, кому первому идея пришла посчитаться? Как же все-таки могло так случиться? Убийства, никаких следов. Ни материала, ни дела. Ну, давайте, вспоминайте, Лобов. Так, позвонили в то старое бывшее отделение дежурной скорой помощи. Он, помнится, на набережную Волой, весь в крови выскочил. Ну? Ну, на второй, что ли, день прорвался я к нему в больницу. Врач на 5 минут пустил, я час от него не выходил. Какой он был? Ну, весь замотанный, перемотанный, голос слабый, но в сознании. Подрался, говорит, и все. Никого не называет. Фамилию прошу, кличку хочу, молчит, глаза закатывает. Тут врачиха за рукав меня дергает. Уходи, дескать. С кем? За что? Кто тебе? Примета хоть. Подрались, твердит. Случайность? Это я хорошо помню. С этим меня и вывели от него. Ну, а дальше? Да ведь помер должно. Плох он был. Ну и ну. Ну, какие-то хоть попытки делали с убийцей найти? Я тогда приболел, что ли. Тебя самого ранил. Гастролер тот ростовский. Отстреливался. Машину угнал. Точно. Ну, рапорт твой должен был где-то остаться, Лобов. Писал ли я тот рапорт-то? Да. Действительно, черти что. Бывает у нас, и нераскрытое повиснет. Как с той девочкой, на которую ты выезжал, Ольга Федоровна. Но чтоб вот так, концов никаких. А теперь ни отделение того, ни больнички, новый же район. Так что ты скажи спасибо, что Лобов отыскался, вспомнил. Спасибо. Надо найти труп. Труп теперь через... Да, 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 через. А ты как думал? Мы же не в Техасе, не в Оклахоме. Хорошенькое дело, если у нас такое начнет испаряться. Так вот, попрошу именно товарищу Лобову и поручить. Человек опытный, на морал пусть подбирает. Дружба, братцы, дружба, и неприятности врозь. Мне труп нужен. Ребята, ну-ка марш, марш отсюда. Граждане, не задерживайтесь, проходите по той стороне. Преступника поймали. Не слышишь? А это зачем? Уберите собаку. Товарищ следователь. Уберите собаку. Вы что представление устраиваете? Есть, товарищ Сухарева. Вот здесь, по-моему, деревяшка стояла. Водку брали. Не помню. Вон в том окне девчонка жила. Все на пианино играла.
свиданницу не дадите с матерью. Ольга Федоровна. Что делаешь, чем занимаешься? Юр, как жена твоя? Я тоже что-то хитрое там. А что делает? В Африку, ребята, вот сил, ты значит сгорел, здрасте. Как растут наши люди. Над морем клубился туман, ревела стихия морская, вставала за бортом Магадан. Миллионер родился. Вальку жалко. Вальку? Вальку. Бандит, уголовник, тюремная шваль. Таскает порядочных людей к этой бабе. Дали власть над людьми, ведь это додуматься надо. Точно противная. Строит из себя. Юр, тебя вызывала? Угу. Говорил я со знакомым юристом. Ну? Статья 136, кажется. Надо нам, други, хорошенько продумать линию поведения. А какая линия? Я ничего не знаю, вот и вся линия. Не думаешь, это сейчас самый лучший способ, Яша? Ты ведь Сухарева не считаешь дурой? Если бы. Она не дура, она садистка. Да. Я, например, ей все рассказал. Что? Что все? А я тоже подписала, ребят. А что вы такие буквы? Ну, вызовут разок другой, подумаешь, господи ты боже мой. Ты в полном порядке. Счастливый не ведь разок другой. Ты вообще понимаешь, с кем ты дело имеешь? Она же вас всех под суд отдаст. Меня? Конечно. За что? А ты чего веселишься? А я веселюсь, потому что я там не был. Как? На набережной был ты. Ты что? Не ври, ребятки, это вы были, я не был. Ты же первый тогда шум поднял против баржи. Что он гроши заначивает? Факт, ну факт, ну факт. Ой. Хлопчики, не футайте меня. Я даже не понимаю этого вашего языка. Ну что в ей-богу. Мам, выйди. Соседи Тоня слышат. Ну и шут с ними, подумаешь, секреты прошлый век. Кричать действительно не надо. Ты, Тоня, Вальку пожалела. А сама на что рассчитываешь? Кто заманил тогда баржу на толковичь-то пресловутое? Я. Потому что сволочь он был баржат, каких свет не видел. Тише, 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 тише. Что вы наделали, Эдгар? Дура ты, дура. Тебе, может, разрешат горшки за твоими больными вытаскивать? А у меня вся жизнь к черту, понимаешь ты это? Работа такая. Институт, куда вас, может быть, даже на порог не пустят. Позволь, позволь. А за что нас сейчас судить? Сейчас? Все зависит от того, как Сухарева на вас посмотрит. Плохо она на нас посмотрит. Что дальше? Да при чем здесь Сухарева? При чем? Ведь мы же во всем виноваты, не она. Мы били его, не выпускали на берег. Я нет, нет, Эдгар. Нос, совесть у тебя есть? Ведь ты же ему свой нож бросил в воду. Он же ничего не имел, когда прыгнул туда. Ты это ей сказал? Я про себя сказал. Думал, товарищи, встречу, посоветуемся. Тонь, до свидания. Подожди, сядь. Сядь, тебе говорю! Да не ори ты! Подожди, Эдгар. Ты что, считаешь нас всех убийцами, что ли? Себя в какой-то степени. В какой степени? Что ж ты молчал столько лет, если ты так считал? Ты же ведь подлецом получаешься, милый мой. Получаюсь. Бред. Полный бред. Бред. Слушайте, другие. Всем нам сейчас грозит, если мы начнем топить друг друга, это же конец. Вы понимаете? Давайте сядем, сообща выработаем линию поведения. Да. Спасибо за внимание. К сожалению, пора бежать.
Ты подумай, что ты делаешь? Я ж там не был. Валя, ты вспомни. Черт тебя. Ну, может, и не был тебя. Да разве это так важно? Был, не был. Ты что? Это решающий момент, Валя. Решающий. Ты вспомни. Вспомнил, да? Ну, в Кодле ты крутился. Нет, ну точно я не могу сказать. Ну, в деревяшке-то ты же когортик любил. Ну, это я сейчас не помню. Я же в деревню тогда уезжал. В августе бабку хоронить. Если это документально установить, как это называется? Алиби. Вот, алиби. Вспомнил? Ну, вспомни. Валя, вспомни, прошу тебя. Вальчик, ты пойми, у меня семья. Семья. Валя, мальчик у меня. Девочка. Я что-то не пойму. Детей твоих, что ли, пожалеть? Или впрямь тебя не было? Ну, чего ты трепыхаешься-то? Ай, Валя. Ай, Кирюха. Даешь. Вопрос к Галахову. Были вы на набережной 9 августа? Был, гражданин следователь. Я ж теперь заболел на 15 лет строгого. Больше не прибавите. А там тогда много гольцов было. Ну, я тоже. Как же? Ай, Валя. Сам пухнешь, пусть и другие. Не боишься? Ну, скрипка расстреляли в 63-м. А козел-то выйдет. Ничего. Да при чем здесь козел-то? Козел. Ты отвечай по существу, Галах. Правильно я назвал свидетелей? Да ты же Кодлу заложил. Свидетелей. Все же соучастники. Да скажите вы ему, этому Фофану, гражданка начальник, что он рыбу строит. Соучастники, Валя, конечно же. Они же не делали ничего. Ну, как ничего? Ну, что у тебя в руках было, ну, и они помогали в какой-то мере. Кто сапогом, кто кулаком, кто подножкой, кто заманил. Вот сейчас каждого в отдельности и выясняем. Странно, что ты об этом не подумал. То-то Яшка тут плакал. Ну, зачем тебе это надо было, падла бацильная? Не поймешь ты. Вот эта могила, товарищ Лобов. 59-й год. По всем признакам подходит. Mm-hmm. Давайте, начинайте. Из-за какого-то воришки, который своих же обворовал, приходится ставить под дождем. А выясняется, будто не обворовал. Ну да. Оправдывали. Почему ты признался? Мне можешь сказать, или я тоже не пойму? Вы? Ну как же вы-то не понимаете? Разрешите? Через 2 года я выйду. Сидеть мне надоело. К деловым сдохну, не вернусь. Но про боржу-то знаю человек 10. Больше. Обязательно так или по-другому всплывет боржа. Опять меня, голубчика, возьмут за это самое место. Жизнь. Вот я и подумал, чистосердечно сам заявлю, раз. Был пацаном, малолеткой, 2. Сколько лет прошло? 3. Неужели не будет снисхождения? Ну, сколько вы мне отломите? Да сижу уж, но выйду чистый, ничего бояться не буду. Значит, у тебя расчет такой был? Ну, пусть по-вашему. Да нет, это хорошо, когда логика в поступках есть. Я, признаться, в эти запоздалые покаяния, в Достоевщинку вашу мало верю. Достоевский. Читал? Я вчера гранатовый браслет прочитал. Куприн, Ольга Федоровна, сильный писатель. Давно он жил? Умер перед войной. Сила. Только вот чиновник этот, Желтков. Да светится имя твое. Зря он застрелился, нет? Жизнь. Да светится имя твое.
да светится имя твое. Я тебе разрешила свидание с матерью. Нож? Ну, знаешь, Лобов, если бы кто рассказал, ни за что бы не поверил бы. Думаешь, тот? Да, вроде похож. Самоделка. Вот эксперты скажут. С ума сойти. Ну, подарочек Сухаревой. Во, обрадуется Ольга Федоровна. А зачем вы пришли, Короткова? Я вас не вызывала. Странно, что это разве нас не касается? Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Я не слепая самочка, которая пришла защищаться во что бы то ни стало. У нас и без того все очень сложно. Ну, мы и собираемся разойтись, понимаете? Ну, вот сейчас. Дурацкое положение. Что ему грозит? Не знаю еще. Идиотство. Ну, понятно, он не сахар, не положительный герой. Ну, тряпка, ну, пьяница, ну, все, что хотите, только не убийца. Как он мог? По-вашему, я должна вам объяснить, что такое ваш муж. Личность он безвольная. Поддается влияниям. Наверное, хорошим. Карманники были в Заречье, к ним тянулся. Интеллигентный среди интеллигент. В институте нормальный сотрудник. И научные проблемы его интересуют. Но больше поиски способов обольстить Гуревича. Удовлетворены, Нелли Степановна? Да. Простите, до свидания. Скажите, а... Нет, вам лично ничего не грозит. Простите, еще минуту я у вас отниму. Я хочу сказать, вы абсолютно правы. И не поймите так, что я... В общем, я догадываюсь, что вряд ли вас тут жены декабристов навещают, да и сама я далека от этих. Ну, в общем, я... Ну, в общем, вы его бросать не собираетесь. Не сомневалась в этом с той минуты, как вас увидела. В общем, вы его любите и зря извиняетесь. Ах, несчастные мы, в общем, бабы. Да нет, ничего. Еще простите, пожалуйста. Я вот все никак не пойму, что это за страсть у вас такая, калечить жизнь людям. Работа вам ваша нравится, да? Чтобы все боялись вас, да? Чтобы дрожали от ваших протоколов, от ваших там всяких повесток. Чтобы власть свою показывать. Все это вам нравится. А вот почему-то, когда дело доходит до настоящих преступников, у вас руки не доходят до этого. Уходите. Убирайтесь вон. Да. Только, пожалуйста, без слез. Я этого не перенесу. Догнать? Оформим бабочку на 10 суток. Оскорбление при исполнении, а? Не понимаю, Лёлька, философии вашей профессии. Конструируй, скажем, мне машину, так я же, извини меня, знаю, что она будет делать. Летать, а не бурить землю, скажем. У тебя же ничего не поймешь. Не то ты дело ведешь, не то она тебя ведет. То у тебя Макаркин бандит, то он Цири, Лермонтов. Да, 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 это так. Ты меня извини, я тут посмотрел тетрадку его стихов. Бодяга. Чушь и сопли. А ты из тюрьмы не выходишь, возишься с ним. Ты на человека перестала походить.
Ой, ерундой, ребята, занимаетесь. Что такое преступник? Материал, объект. Ты собираешь факты строго научно. В идеале нужна машина Урал-2. Погружаешь в нее информацию. Заметь, без всяких там нервов и эмоций. Что сделал, украл? Где, сколько? Со взломом, без? Раскаялся, нет? Все, получай ответ. Да. Да, это так. Ой. Кажется, никто меня закретило не считает, кроме жены. Да, это так. Да светится имя твое. Чего? Чего? Ничего. Ну, давай, тащи ведро на помойку, быстро. Этого я не помню. При первом же знакомстве заметила, что память у вас никудышная. Продолжайте, Макарцев. Поржал, он какой-то нервный был в тот день. Ехать не захотел. Тогда мы решили искупаться. Ну, Боржа, то есть мы... Мы. Говори, пожалуйста, о себе. Тут есть ты, есть я. Разница есть. Улавливаешь? В смысле одежды? Да, коротко. Здесь галстуки не полагаются. Вы не так меня поняли. Тем лучше. Итак, мы установили, что этот нож ваш. И вы его бросили Макарцеву. Не помню. То есть, да. Если Валя так говорит, да, значит, так оно и было. Чего я говорю? Я сказал, что? Нос, ты там не был, понял? Не был, и к Борже ты не причастный. И писать здесь нечего. А кто такой козел, Валя? Не знаю. Ольга Федоровна, а что, если в результате вашего расследования кто-нибудь из нас покончит с собой? Отвечать будете? Вот видите, вы меня пугать начинаете. Я? Опять вы не так поняли. Я поняла, вы обо мне беспокоитесь. Я постараюсь не нарушать закон. Да, закон. Тяжелое слово. Весомое. Тяжелое беззаконие, самосуд. Например, как с Боржой было. Да, да. Гляжу я на Вальку, Ольга Федоровна. Как может судьба человека изуродовать? Страшно. Кузнец своего счастья. По роже, что ли, тебе дать? Нет, ты пойми меня по-хорошему, Валя. Я не виноват, что у тебя все так сложилось. Ты не виноват, что я как-то там живу. Но то, что для тебя просто для меня дико звучит, понимаешь? Катастрофа, пойми. Встает какой-то забытый кошмар детства и тянет тебя за шиворот. Зачем вы это сделали с ним? Такого уговора не было у нас. Валя, я вашей воровской этике не подчиняюсь. Я веду следствие. Ой, мама! Что? Что, Тонька? Потоп! Кто потоп? Пашка твой! По Северным полюсам ходили. Ну? Ну что, ну? Ну, кланяется тебе, письмо прислал, скоро проприедет, вот! Тут дура-то какая! Что ж ты ревешь-то? Ой, ну-ка! Приедет подводничек, а невеста в тюрьме. Ждала, ждала, и вот. А кто тебя за язык тянул? Вечно тебе больше всех надо, собачий твой характер. Врать, да? Человека зарезали. Прямо? Ты что ли? Не ты же. Я. Ой, боже ж мой, что ты несешь, Тонька? Теперь к академику иди, к Борису Антоновичу. Ты что? Что ему там скажу? Он тебе как отец родной. От покончика-то от нашего много ты добра видела, кроме алкоголизма. А Борис Антонович для тебя все. Скажешь так и так, выручай. Ну, что? Нет еще повестки, нос. Тише. Разбудишь стариков. Не надоели эти кошки-мышки, Юра, объясни, что происходит. Ничего. Не ври, тут не милиция. Ну, не кричи, неудобно. А людей убивать удобно? Ему, видите ли, неудобно, он стесняется. Ну вот, мои дорогие, я к вам убийцу в дом привела.
уголовника по кличке Нос. Но ему неудобно. Он, видите ли, хочет, чтобы все было тихо, пристойно. Цирлих-манирлих. Нелька. Вы всегда не терпели этого типа, были совершенно правы. Ты имеешь право на половину площади жены, а они имеют право знать, что у них происходит в доме. Что за повестки из уголовной прокуратуры. Что у вас тряслось? Все равно. При всех вариантах это всюду попрут. Хотел хоть вас оградить. Все врет, врет, врет. Ты мне можешь объяснить? Кончено. Лаборатория, диссертация. Тряпка, ну тряпка. Хватит. Не можешь... Ой. Все это хорошо. Лаборатория, диссертация. Ты что, действительно человека на тот свет спровадил? Ты меня извини великодушно, я насчет него ничего не слышу. Не я, во-первых, 10 лет назад. Ну, а сейчас-то? Сейчас-то ты можешь быть человеком? Или это безнадежно? И откуда такая напасть? Райка с мужем не живет, бросил. Я тебе писала. Райка злая, с доченькой одна, а домой не идет. А Петр и не пишет совсем. Так что все разбрелись по свету, кто куда. Одни мы с стариком остались. Отец? Хворает тоже. Куражиться не над кем. Проволокой посечь некого. Меня тоже с погом не пнешь, помру. Да, а помнишь, как он тебя на цепь собачью посадил? С овощами ранними на базар ты. Кто ж теперь без меня ходит? Какие овощи! Давление ж у меня, Вальчик. Доктора лечат. А как они нынче лечат? Формально? Шум. Постоянно шум в ушах. Не дождусь, видно, тебя. Дождешься, мать, ничего. Дождешься. Ну, а ты-то как? У тебя-то, сынок, как? Отлично, мать, у меня порядок. Теперь порядок. Только вот суд будет, мать, ты не приходи, слышишь? Да, Вальчик, правда говорят, какой ты из ваших Нос, что ли, Юрка? Не из Коротковых? Коротков. Удавился вчера. Душ спасительные беседы, исповеди, проповеди. Перед каждым подонком Сухарева готов раскрыть весь арсенал своей распрекрасной души, свои художества. Вот и получили. Да, удружил бедняга. Вот удружил. Есть УПК, товарищи, уголовно-процессуальный кодекс. Нам предписано не только что делать, но и как нам надлежит действовать. Строго, педантично, протокольчик. В сроки надо укладываться, а не размазывать всякие паршивые дельцы до масштаба проблемы. Да, удружил. Что-то я и не упомню такого случая в нашей практике. А ты, Саша? Случай, случай. Человек пил, черт знает как. Какая тут логика? Ну, так что ты хочешь от нее? Она что, недозволенные методы следствия применяла? Соцзаконность нарушила? Да совсем я не об этом толкую. А, заходи, заходи, Семен. Заходи. Мы не заседаем, мы вздыхаем. Здрасте. Вот работенка, а? Вызовут меня завтра через дорогу и спросят, что это за контора у тебя? Подследственные в петлю лезут. Беда. Ты его знал? Да немного. Его шеф мой приятель. Угу. Я думаю, не вас он испугался. Не такие уж страшные. Запоздалые раскаяния по поводу безобразия 9-летней давности. Не. Концепция жизни у него рухнула. Он свои 28 лет и помыслить не мог, что потеряет что-нибудь из привычных благ. Ну и баба это его, конечно. Да-да, и пил еще, да. Лёля, домой? Кличко неплохой парень, Ольга Федоровна. Нет, правда. Не знаю, стоит ли вам говорить. Должность у вас больно серьезная. Я и нашим никому не говорил. Он чуть не остался за границей. Чуть было не искалечил себя всю жизнь. Такая паника у него была. Шок. А ведь он не трус, Эдгар. Ну, воздух у нас всяк бывает. Служба поставлена неплохо, но за 5 лет, которые он со мной летает, бывали и ЧП.
Так вот, Кличко ведет себя как мужчина. Можете мне поверить. Вам охотно. Ему тоже. Ну, вы же сами говорите, шок. А случится другой, человек прирежет. Нет, это я не допускаю. Он сейчас в тяжелом положении. Однако держится. Летает со мной те же рейсы. Не боюсь, что подведет. Ну, хотите, я за него письменное поручительство напишу. Я же за него партбилетом, сукина сына, отвечаю. Прекрасно. Но всякий перебор. Вы что, считаете, что его от полетов надо отстранить, пока все это тянется? Обвинений я еще не предъявляла, но, по-моему, это будет правильно. Но могу я, по крайней мере, сделать так, чтобы не травмировать его, не добивать человека. Именно так я бы и сделала. Разрешите? Входи. Это надо прочитать и подписать. Как же это он? Испугался? Меня, что ли, испугался? Ватник вот этот? Ему уже ничего такого не грозило. Читайте внимательно. Пожалуйста, читайте внимательно, и у меня времени в обрез. Вы-то ни в чем не виноваты, Ольга Федоровна. Вот, гляди, товарищ следователь, я тебя научу. Вот, заначка требует тонкости. И никакая жена ни за что не догадается. Понял? Ну. Да. Вас. Ага. Да. Я. Здравствуйте. Есть такая Трушина? Не это, не убивала, в конце концов. Такая операционная сестра, может, не десяток, сотни жизней спасла. Мне, в конце концов, жизнь спасает каждый день. Надо же разбираться, дорогой товарищ. Не понимаю. Не понимаете, потому что не... Тона вашего не понимаю, дорогой товарищ. Подай, пожалуйста, не кричите. Вы ко мне? К следователю Сухареву. Слушайте, дорогой товарищ, вам что, собственно, угодно? Ничего не могу вам сказать, тем более обещать. Все, дорогой товарищ, приветствую вас. Какой-то, Лёлечка, вы так приветствуете? Профессор Аношин. Кто? Лёлечка Аношин, это же светило, это крупнейший ученый. Ну и что? Светило не научился разговаривать вежливо, так занят. Не люблю, когда на басах. Слушаю вас. Так, вызывали? На сегодня? А как фамилия? Барашков. Вот дали, велели прийти. А где живете? Беляевка. Хорошо, Барашков. Вы крановщик? Нет. По строительному делу, да? Нет, по холодильному. Да?
Одну минуточку. Лёлечка, кажется, опять ваш академик. Я умоляю вас. Слушаю. Да. Да. Извиняется ваше светило. Да. Очень рада за вас. Но вы ведь не рассчитываете, профессор, повлиять по телефону на правосудие. А, ну, я так и поняла. Дороже иного хирурга. А у Тони, помимо опыта и отношения, редкое. Женские, в самом прекрасном смысле этого слова, руки. Я попрошу все это изложить в характеристике. Запрос я вам послала. Ну, простите меня еще раз. Благодарю. Пошли работать. Может быть, дед у нас помер, с крыши упал? Какой дед? Нет. Драка, если в клубе, так это молодежь. Да ваш клуб к нам не относится. По-видимому, какая-то ошибка. Тогда я пойду. Жена ждет, и так я полтора часа у вас тут. Повесточку подпишите. Судились? Давно дело было. В конце 59-го? Точно. А вы, ребят, за речи знали? Всех знал, жил там. А, ну-ка, садитесь. Галахова знали? Кольку или брат? Я их обоих знал. Носа, Шкелета, Боржу, Хрулю. Боржу? Что? Так Боржат. Это я был. Да нет, тот Боржа давно покойник. Да нет, Боржа я один. Значит, был другой, которого убили. Да-да. Да, слухи такие. Ну, а сами-то вы что слышали? Или видели? Присутствовал, гражданин-следователь. Как пострадавший. Что, тебя убили? Ну, ты живой. Да. Какая там жизнь? 13 суток под искусственным дыханием. Спасла наша советская медицина. Лобов вас прислал. Капитан Лобов, точно. Да, ну, я представляю себе, что вы теперь сделаете. Отпустите всю банду с миром. Идите, мол, и не грешите больше, поскольку стали вы социально не опасны. Александр Александрович, вам бы в цирке с фокусами выступать. Мысли на расстоянии, это самое. Были бы вы на расстоянии, а? Ого, благодарю вас. Значит, нет, не помилуете. Да, конечно. Жив Боржа, труп Боржа. Статья одна и та же, 138-я. И не благодаря заботам Макарцева жив. И ваши Хрули тут ни при чем. Эй, да Хрули-то как раз при том. По свидетельству вашего же Аношина, она самоотверженным трудом спасает сотни жизней. Куда с этим идти? Суд. Суд рассмотрит все обстоятельства. А вы свое дело отлично сделали. Да. Ну, все до тонкости разобрали. Ну, стали ж полезными людьми, говорите. У нее чудный парень на флоте. Флот? Там, можно сказать, труп на совести. Черт вас дам побери с вашим дамским гуманизмом. Лёля, ты спать собираешься, нет? Ох-хо-хо, возись, возись своим цели, пока он тебе тоже не преподнёс. И ограбить какого-нибудь несчастного в минуту жизни трудную. Что? Исключается? Нет. Не исключается.
Ну что, Ольга Федоровна, сами, небось, не рады, что заварили всю эту кашу. О, какое дело неприятное получилось. Я, знаете, подумал на досуге. Плохо, что они уже совсем другие люди теперь. Сейчас... Вы переменили позицию? Считаете, что-то изменилось сейчас? Да нет, я не об этом. Возникает вопрос, целесообразно ли, понимаете? Они же не представляют угрозы для общества, сказал Вага. Не представляют. Не представляют. А завтра войдет она ко мне с повесткой в 3 часа. А я ей документ. Ознакомьтесь, Трушина. Вот такой у меня завтра будет денек. Летчик мой придет, радист. Читайте Кличко. И вы с такого-то числа, сего месяца, обвиняемый. Вот такой у меня завтра будет день. Фомич, извините, Яков Григорьевич, напрасно вас беспокоила. Вы в порядке. Парадокс. Был один скользкий тип, и тот ушел, не участвовал. Ай, как плохо-то. Даже вам не признаюсь, Александр Александрович. Ой, с какой радостью. Отпустила бы я на все 4 стороны. Трушину, и Кличко, и Макарцева. А вот Фомича этого... Мерзавец же очевидный, слушайте. Да. Да, только это ведь произвол. То есть дайте мне право по душе решать. Сегодня добрая буду из симпатии к Тоне, а завтра не понравится кто, закатаю. Я ведь такая гуманная, способная такая. Нет, закон, и никому не дано его нарушать, ни в ту, ни в другую сторону. Отыскал же Лобов историю болезни боржи? 7 ножевых ран, из них 3, безусловно, опасные для жизни. Так убивали они или нет? Да, типичное покушение на убийство, предварительный сговор. Ой, но ведь вам самой их жаль. Что же вы меня агитируете? Да, жаль. И тех многих, которых мое решение бережет от тяжких ошибок. Или от такой вот нелепой смерти. Или от ножа хулигана на улице. Карать людей, чтобы другим неповадно было. Опомнитесь, Ольга Федоровна. Ничего не карать. Воздаю по заслугам согласно закону. Так или нет?